Сегодня мы в Ташкенте. Здесь проходит мероприятие, посвященное столетию Расула Гамзатова. Мероприятие представительное. Участвует премьер-министр Дагестана Муслим Абидинович Муслимов. Развернули по-настоящему уникальную выставку в фойе этого замечательного зала «Туркестон». Расул Гамзатов очень любил Узбекистан, регулярно здесь бывал. Он близко дружил с Шарафом Рашидовым. Это был известный узбек и писатель, его коллега, председатель Союза писателей Узбекистана, а потом он возглавил республику, стал руководителем Советского Узбекистана, и они очень часто ездили вместе. Впервые Расул Гамзатов побывал, по-моему, в 1958 году, здесь была большая конференция в Ташкенте солидарности писателей Азии и Африки. А потом это движение расширилось, было большое движение солидарности Азии, Африки, Латинской Америки, стран, народов. И вот как раз на этой фотографии изображена советская делегация во время визита на Кубу. Тут Расул Гамзатов.